Albiol. Бэм-бэм. Модрич. Криштиану. От двоих убегает, как заяц от сторожевых собак. Ди Мария. И еще один удар. Роберто на месте. И еще становится 2-0. Растерялась Сарагоса. Просто растерялась. Первый удар в защитника, второй удар парирует вратарь, третий смеется Жозе Фария. Один из помощников Пепе показывает, что именно он имеет право называть Ди Марию лопоухим, а не наоборот. Ну, Роберто, скажи, здесь было тяжело. Он же и на первый удар среагировал каким-то образом, который был блокирован защитником. Это ухудшило его позицию перед вторым ударом. Он вынужден был его отбивать. Так бы, я думаю, взял.